Ну, на прошлом ПДС мы уже поднимали вопрос по ремонту в 13-й школе. На позапрошлом даже. Ну, позапрошлое, не суть. Действительно, подрядчик опаздывает с внешними работами. На фасадные работы он так и вышел. Не вышел, вы прекрасно знаете. Ведутся внутренние работы. Сейчас монтируют систему отопления, которую необходимо было еще неделю назад сделать. Все претензии подрядчику направлены. Предостережение прокуратуры тоже он получил. Совещание запланировано у нас. Вчера мы проводили совещание с участием подрядчика. На завтра также запланировано совещание с участием главы. Прокуратура. Точно, на самом деле, скажем, уже после завтрашнего совещания, которое пройдет совместно с прокуратурой, мы сделаем сначала на моей площадке, а потом сделаем на близком. Подрядчик много говорил, да, и 99% которых секрет, и тоже есть его вина, они сдачи этого объекта все равно. Поэтому, естественно, все претензионные работы на северной месте перестраховываются сейчас смотреть по людям дополнительно ему, чтобы закончить объект срока другого, реально у нас нет. Нам нужно выполнить программу.